Всем привет, это первые региональные новости в вертикальном формате. Я Настя, чуть-чуть неожиданно, согласна, я здесь, чтобы хоть немного разбавить нашу эфирную пару Маши и Антона. Поехали! Итак, главная новость всех инстаграмов сегодня. 1-2 сентября. Очень празднично, торжественно, но хотя настроение колеблется от жутко уставшего до уверенно пафосного. Розы гибнут на газонах. И пока планка настроения высокая, официальная информация. С этого года с 5 по 9 класс вводится второй иностранный язык. Но пока дети на линейках предвкушают урок какого-нибудь китайского, кстати, в некоторых школах Ставрополья его уже преподают, мамы, наконец-таки, оставшись одни дома, начали расслабляться и регистрироваться в ТикТоке. Да-да, это та самая социальная сеть, где миллионы коротких, смешных и иногда даже очень видео. И вот одна из таких мам. Девочки, я в восторге от ТикТока, девочки. А вам-то нравится? Ой, надо было давно мне туда прийти. Вот это моя платформа, девочки. Тик-ток, тик-ток. И все-таки, начало учебного года – это прям такое сильное ностальжи. Например, на линейке в первом классе я выглядела вот так. А наш шеф-редактор Алексей Форсиков в первый класс пошел вот таким. А сейчас он выглядит примерно вот так. Сейчас. Вот же он. Здравствуйте. Здрасте. И к другим новостям. Центр Ставрополя включился. Включился и загорелся разными огоньками. Так-то в центре города было и так красиво, а сейчас вообще, только фоткаться и выкладывать в Инстаграм. Можете отмечать, кстати, нашу телекомпанию Своё ТВ, и мы как-нибудь вас залайкаем. Или нет. А сейчас от экрана уберите детей, беременных и всех, кто неравнодушен к сладкому. Особенно к тому самому мороженому, которое нельзя называть в эфире. Вот и ежик из Ставрополя не смог противостоять своим углеводным инстинктам и просто погряз в баночке, которую выкинули в парке. Саш, пожалуйста, вмонтируй сюда видео про ежа. Что ж ты будешь делать, зайчик? Зачем ты травишься? Ежа сладкоежку достали, докормили и отпустили бегать. Цена вопроса – почти 350 калорий в одной баночке. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети, которые появятся вот здесь у меня, наверное. И не забудьте, что завтра… вы, короче, поняли, что вас ждет завтра. Пока-пока. Сильно разговариваю, тараторю?